послушай, сльози поцілуй мої, і в ладонях я любов нарисую вновь, вновь. Моє серце – это ти. Же вы душу рвете, а? Ну, хватит. Нет. Все. Не плачешь? Пожалуйста. Не, да уже, ну, уже от счастья, а потом скажу, смеяться сколько будет. Сколько вам лет? 12. 12? А как зовут? Света. Света. Вы можете себе представить, сколько еще возможностей у вас прийти на тот же голос, взрослый, детский еще? Вы можете себе представить, сколько? Не плачьте. И не надо себе даже ограничивать свои фантазии. Все будет прекрасно, даже не представляете, насколько. Во-первых, скажите, пожалуйста, расскажите нам, Света, просто о себе. Где вы живете, в каком городе нашей страны? Я к вам приехала из Санкт-Петербурга. Прекрасно. Я занимаюсь педагогом, учусь в музыкальной школе. А классу? Фортепиано. Фортепиано. И поете еще. А поете со скольки лет вот так вот, чтобы... Я в садике начала петь. Так. И тут я подумала, что сцена – это то, что я хочу. Да, вот так вот. Прекрасно. Между прочим, мысль. Очень сложное произведение у вас, Света, да? Песня с интересными такими мелодическими ходами. И вы, как музыкант, справились с ними вообще на отлично. Надо отдать вам должное. Вы большая молодец. Я очень сильно волновалась. Конечно, мы все это прекрасно же понимаем. И очень старались вам, как могли, тоже как-то энергетически помочь, поддержать вас. Может быть, как раз вот немножко не хватило как раз вот толику вот этой уверенности в том, что все будет хорошо, я справлюсь, я смогу. Это нужно всегда держать у себя в голове, что несмотря ни на что, я вот никогда не брошу петь, потому что я уже в 3 года в целом решила, что я певица. И дальше вот это знамя надо с гордостью нести, потому что вы очень талантливый человечек. Пожалуйста, никогда в себе не сомневайтесь и всегда знайте, что вы занимаетесь правильным делом. Все. Ну, правильно я говорю? Или хотели бы, чтобы любить? Ты видела, я тебе показывал. Да, я видела. Я очень старалась, правда, но волнение почему-то оказалось именно в этот момент сильнее меня. Ой. Так обычно и бывает. Так обычно и бывает. Вообще. Тут самое главное, что ты вообще не расстраивайся. Вот сейчас ты обозлись, и на следующий год, вот так, вот именно так, и на следующий год, как тигр, приди и сделай то, что ты хочешь. Я очень долго к этому шла. И ты добилась, посмотри, ты же здесь, ты большая, молодец. Это уже самая настоящая сбыча мечты. Красавица, умница, не расстраивайся, правда, ты молодец, ты уже в этом конкурсе, понимаешь? Так что совершенно не важно, на каком этапе это закончилось. Уже здесь, сейчас это все происходит, вот, запоминай это и получай от этого удовольствие. Я просто тоже знаю о себе, правда, сколько раз ты видишь, что у тебя ничего не получится. А я вижу этих людей каждый день и понимаю, что это... Вообще не стоит ваших расстройств, потому что все у вас будет, если вы не будете предавать себя. Ну,
рассуждает. Да. Глазами рассуждает, да. Как очень. Ай, Господи. Ой. Бэд карма. Меня аж потрясывает, если честно.